Друзья, в продажу поступил Nissan Qashqai серебристого цвета 2014 года выпуска. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 2 литра мощностью 144 лошадиные силы. В паре с этим двигателем стоит вариатор, сам автомобиль на полном приводе. У авто всего 3 владельца, оригинальный ПТС и это максимальная комплектация. Противотуманные фары, литые диски Nissan. Повторитель поворотника, камеры 360, без ключевой доски, все 4 стекла электроподъемника, круиз-контроль, омыватель фар, режим эко, мультируль, штатная сенсорная мультимедиа Nissan, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, панорамная крыша. У задних пассажиров подлокотник. Сам автомобиль на черной коже и с рейлингами. Приезжайте, смотрите, забирайте.